Я тиме чела добыго. Привет. Это Кёнга. С новым 2016 годом. Желаю всем вам счастья, любви, благополучения и успехов во всём. Я это очень постаралась запомнить. И извините, что я давно не выложила видео. Я получила стипендию от государства, поэтому начала заниматься веб-дизайнером. 7 часов я просто смотрела монитор, поэтому так устала. И поэтому извините, вы можете убивать меня. В 2016 году это год обезьянки. Часто меня называют обезьянкой. Я не знаю почему, но так говорил. Я хочу рассказать, как я провела Новый год. Это чуть-чуть длинная история. В прошлом году я одна путешествовала во Вьетнам, по Камбоде, по Малайзии. Потому что я просто люблю одна путешествовать. Это не то, что у меня нет друзей. По Камбоде, Анкровати, просто гуляла одна. У меня нет друзей, поэтому никто не фотографировал меня. Увидела две азиатские девочки, поэтому я попросила: «Привет, можете фотографировать меня?» И они говорили: «Конечно, можно». И мы так познакомились и стали очень близкими друзьями. Они из Сингапура. Оказывается, что одна из них работает менеджером как Party Planner, вечеринка в самом известном клубе в Сингапуре. В Корее, на самом деле, мы отмечаем больше как лунный календарь, февраль, китайский Новый год. Тогда мы кушаем лапшу и что-то деньги дают. Ну, на Новый год не очень просто с друзьями или семьей. Но я не знала, что в других азиатских странах тоже отмечаем на лунный календарь. Только в Японии. А на Новый год что собираетесь делать? Не знаю. А у нас будет вечеринка, мы устроим вечеринку в нашем клубе. Приезжай, я говорю: «Хорошо». Я купила билет, но я купила чуть поздно. Это было 13 часов. Летать? И прилетаем в 10 часов вечера, 21 декабря. Поэтому только 20 Нового года. Из Сеула, Шанхай, в Китай, потом в Сингапур. Я полетела в Шанхай. Люди из Тюрдеси начали раздать это тушерак. Тушерак не лапша, это или еда. Почему они раздали, но все равно у меня голодная была, поэтому я кушала. Да, между китайцами вкусно было. Они раздали, потому что самолет задерживали. Вот, время ожидания было 4 часа, и самолет задерживал еще 4 часа. Поэтому, получается, 8 часов. Тогда мне придется отмечать Новый год в самолете. Для Нового года купила билет, для Нового года я полетела в Сингапур, но почему в самолете задерживали? В чем смысл? Я 2 месяца ждала для этого. Но все равно мне пришлось отмечать Новый год с китайцами в самолете. Поздравляли, говорили непонятными китайскими языками. Ну, я тоже уливалась, но на самом деле мне очень грустно было. В самолете я видела, что салют там в Сингапуре. Салют, ва-ва-ва. Сразу поймали такси, я говорю: «Быстро, побыстро, бегайте, бегите, бегите с Новым годом!» И они говорили: «Нет, safety first». Безопасность – это самое важное. Я приехала у подружки, там в клуб, там. Я с багажами просто бежала, и багажи на первом этаже положила, и там начала выпить, и танцевали, хорошо веселились. Listening to DJ Tech.
Мы в Сингапур очень интересными людьми познакомила. И один день просто ей стайлист, и он увидел меня и потом пригласил Дион. Бесплатно макияжку они делали мне. 4 дня была в Сингапуре, в Индонезию полетела. Там мой друг сейчас путешествует. Там плавали и кушали очень-очень много. Для иностранцев очень дорого, но я торговалась полчаса. Ну подешевле, подешевле, это дорого. Я не говорю, да ладно, забирай. Думаю, ура. Ну, после путешествия по Сингапуру, Индонезии, я для семьи тоже много купила, что-то подарки для Нового года. Поэтому сейчас у меня банкротство, нет денег. Надо что-то придумать, чтобы выживать в Корее. Грустка, но оставила себе добрую память, хорошие воспоминания.